Я рад приветствовать созидающих на канале Дамако. Меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Hope. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вы приготовились, взяли с собой тряпочки, наполнили ведро водой, потому что сегодня мы очистим эту землю раз и навсегда. Давайте теперь осматривать местность. Я так понимаю, что нам здесь есть что поискать. Во-первых, есть сердце. Потом мы сможем там пробраться? Вот вопрос в этом. Надеюсь, что да. И оно здесь, кстати, не одно. Еще одно сердце возле голема гиганта. Отлично. У меня игрушечка немножечко крашнулась. Я не знаю, это второй раз уже, когда игра крашится. На неожиданных каких-то необходимых, хороших местах это все происходит, аж неприятно. Но я надеюсь, что такого больше не повторится. Я внизу там полазил, там, кстати, особо делать-то и нечего внизу. Там был вот здесь, вот видите, может быть, видите, на трубе сидит голем мертвый, ну, умерший уже. Я до него, грубо говоря, добрался. Ну-ка, давай попробуем сейчас, кстати, вот так вот сделать. Я до него добрался. Забрал с него запчасть. Энергию. И все. Там больше и ловить было нечего. Что мы тут делаем? Так, может, здесь где-то осколок меча? Че-че-че. Так, ну тут мы там все прочистили. Это, насколько я помню. Здесь, короче, голем. Надо сердце у него забрать. Только пока непонятно как. Мы постараемся сейчас добраться до сердечка-то, до его. Так. Ага. Ага. Отлично. Пятая уже, да? Еще получается нам надо с вами три штуки. Где мы будем их брать, понятия не имею. Ну и плюс ко всему нам надо как-то еще добыть соточку денег, у нас их нет. Так, тихо-тихо, не разгоняемся особо сильно. Жбэнк. Да куда ж ты прыгай, ну куда ж ты? Я не туда нажал. Больно. Ну, получается, я нажимаю вперед. Вверх, точнее всего. Ну, обычно, просто когда он залазит, надо нажать вверх и прыжок. И он тогда закарабкивается. А он воспринял это буквально и просто вверх прыгнул. Ну, получается, ну, вы поняли, да? Надо было вправо нажимать. Ладно. Получается, здесь тоже был ништяк, да? Который, ну да, в принципе, мы же здесь уничтожили, сразу ништяк взяли. Что тут у нас? Что тут у нас? А что у нас? Ой-ой-ой-ой, там тоже, смотрите, там тоже сердце. Походу, нам сюда и надо. Тогда мы, наверное, там голема увидим. Ну, поначалу давайте все-таки доизучим то место. Уж больно оно меня волнует. Может быть, кстати, оно связано как-то. Что наверняка. Оно как-то связано, вполне возможно, с тем местом, на котором сейчас мы находимся. Давайте попробуем еще раз прыгнуть. Вот. Теперь надо вправо. Все нормально. Оу. Понял. Ой, энергии может не хватит. Быстрее наверх, быстрее наверх, быстрее наверх, быстрей. Да, хватайся. Да. Что ж с тобой? Я нажимал вправо, влево, он никуда не хотел спрыгивать. Так, я пробовал это делать несколько раз, и он не хочет прыгать. В том моменте он не хочет просто прыгать. Он отрицает прыжок и просто вверх-вниз только прыгает, летает и больше ничего. Вправо-влево не спрыгивает и в итоге убивается, когда энергия заканчивается. Не знаю, с чем это связано. Может быть, типа связано с тем, что я должен заходить с другой стороны, и тогда будет все нормально. Я предполагаю, что это так.
Так что давайте-ка мы с вами, наверное, пойдем тогда с другой стороны. Пойдем тогда сейчас направо и справа будем двигаться. Уже вниз. Потому что, ну, другого объяснения я пока не нахожу. Почему меня убивает? Так, там ничего, походу. Такое чувство, что я прям как раз туда, куда надо, и иду. Нет, тут я уже был. Тут я уже был. А если я вот так вот? А. Я, короче, везде жульничаю, как я посмотрю. Да куда вы улетели все? Давайте дружить. А здесь усилитель, да, какой-то? Да. Денег у меня на вас уже на всех не хватает. Объединяет два взмаха меча в мощный удар. Но это, конечно, хорошая вещь, не спорю. Значит, все правильно я шел. Я должен был... Да прыгай ты уже. Я должен был с этой стороны идти, то есть слева... А это-то откуда? Это-то зачем? Ладно, я ничего не понимаю. Но походу за тем, зачем мы туда шли, мы пришли. Так что туда больше я не полезу. Я смысла не вижу. Ништяк мы забрали, ну и прекрасно. А каких-то других переходов я там и не видел. Давай. А что на тебя не действует, что ли? Два на тебе, две энергии на тебя потратил. Оп-оп. Собираем. Платформа. Угу. И тут, значит, ключ появится. Тогда мы сможем поднять площадку и сможем... Надо тогда до голема добраться. Ну, возможно. Так, ну тут, походу, не просто так. То есть мы должны сейчас, наверное, энергию поставить. Понял все. Мы должны ее вон туда оттащить, да, походу? Отлично, красотища. Так, ну тут что-то попахивает прыжком. А вот слева видно, что... Так я же оттуда не допрыгну. Понял теперь. Надеюсь... ну да, он опустит, короче. Но я уже лестницу спустил, я все понял. Отдай энергию. Так, а больше тут мест нигде нет, куда еще можно ячейку ставить, да вроде нет.
Смотрите, кстати, снизу там, видите, да, есть существа, как вы видите, да, вон стоят, сглатывают постоянно, слышно звук сглатывания. Походу, мы до них должны скоро добраться. Так, интересно, а как теперь последнюю-то, последнее место проклятущей заразы вылечить? Там ведь сделать это будет не так уж и просто. Там не пробраться, не пройти, не проехать. Я вообще не понимаю, как там можно что-то сделать. Тихо, 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 тихо. Кто там хрюкает? Кто там, кто там? Это ты, поросеночек? Опа. Удар, удар. Пыщ, пыщ, пыщ. Вот так вот. Эй. Эй. Ну ладно. Ух ты, не успел. ХПшич. Так, тут, значит, рубильник, а здесь еще должен быть один враг, да, вот еще слева. Давай. Чтобы глаз видел, чтобы он насладился. Я такое чувство, он наслаждается чужой болью. Глаз. Глаз, ты видишь это? Ты видишь? Я убил его ради тебя. И глазу это понравилось. Так, а тут я никак запрыгнуть не могу. Какое-то место подозрительное. Прожимай. Заводи шарманку. Так, сейчас энергию подали, да, получается? Ну погнали, там сейчас разбираться будем. Ну вот что это такое. Это, оказывается, был куб энергетический. Энергетического характера. Сейчас там уже заведем тут мопед. Да поедем. Тихо. Ну, не грохнуться. Тут накатаешь меня сейчас тут на мопеде. Так, я чувствую, что там снизу. Скатываемся. Давай, снизу, сверху там тоже есть лесенка. Так, ну погнали, погнали. Поднимать все. Поднимем с колен планету-матушку, давайте. И что такое? Ху-ху-ху, перестраиваем ландшафт. Вы что-то меня все далеко от робота отводите. Где робот? Почему ему в него зайти? Что-то я чувствую, не меня от киборга от этого. Вон его на что. Тогда понятно. Крутить что-нибудь надо? Соски врагу, рычаги. Я все могу. Хе, крутить соски врагу я все могу. О, подглядываешь за мной? Там сидит, смотри-ка. Сидит и подглядывает, а? Мне уж чтобы помочь. О, я же говорил. Чувствуется, что тут есть лесенка. Так, надеюсь, мы сейчас как-то спустимся. Ух ты, как хорошо. Я думал, что сейчас не допрыгну. Вот это была бы обидка. В лепешечку нас бы, наверное, расшибло. Так, ну тут видно спуск. А тут ничего не видно. Все, спускаемся. Да не сюда. Да не сюда, я тебе говорю, не сюда.
Тихо-тихо. Здесь вот. Энергия вещь хорошая. Но для начала нам нужно сердечко взять. Я его давно уже усмотрел. Получается, еще будет хпшеч. Я думал, что здоровья нам больше не дадут. А оказывается, дают. Так, второе сердце. Второе сердце, ребята. И еще надо два. Одного голема... Да, по-моему, обоих мы... Нет, подожди. По-моему, только одного мы видели, да? Давайте смотреть. Один здесь... Один был вот здесь, зараженный. Вот он сидит, грустит. И один был где-то, где-то посредине лета. Ага, еще вот здесь один. Но вот здесь мы как раз самое первое сердце-то и нашли. Один, один. Значит, где-то еще есть один. Да? Похоже на то. Но я не вижу пока. Вы видите? Я что-то нет. Ну ладно. Ладно. От заразы, значит, там избавили, Нам теперь надо как-то, наверное, сюда пробраться. Здесь от заразы избавлять. Почему мне задачи не показывают? Ну ладно, пришло время, наверное, уходить, да? Почему-то мне задачи не обновляют. И что я должен сделать? Спрыгнуть вниз? Прыжок веры? Или нет? Или да? Спаслись. Ну ладно, мы добыли, что хотели. Давайте уматывать. Причем, кстати, непонятно, как дальше-то быть. То есть, ну да, хорошо, мы тут как-то вроде что-то поражали, что-то где-то зацепили, где-то что-то заработало. Но как оно не поможет, например... А, вот тут еще один участок, да, который мы с вами не оприходовали. Это вот, этот, вот эта вот область. Возможно, она чем-то нам сможет помочь. Раскрыть тайны. Перехода с руки на этот... Не знаю. Ладно, давайте пойдем посмотрим. Непонятно просто, как оно может мне помочь. Так, ну тут-то все, да? Убежали. Убежали. Нам теперь надо как-то вот туда добраться. А может быть туда, направо? Мы же тут тоже все расчистили, как вы помните. Куча всякой погости здесь было. Погости. Погости здесь было полно. О, ты ждал меня, воин? А. Так, тихо. А, его нельзя, надо. Это ботиночный и наспиночный, я понял. Так, ботиночки. Пэнк. Одна ботиночка. Пэнк, вторая ботиночка. Опа. Ну-ка, вдарим. Вдарим. Теперь убейте друг друга. Давай.
Он тебя бил. Прям по хребту. Давай еще раз. Я думаю, что здоровяк... Ну, хотя не оба здоровяки, да? Но мне кажется, здоровяк, который высокий, он быстрее уработает. А вы как думаете? Кто кого? Но кто чаще, конечно, бить будет, тот, наверное, и уработает. Давай. Ну что ж ты, ну... Ваша ниндзюцу отстой, ребята. Приложись дубиной по нему, ну блин. Да не по мне. Не приходится экстремалить. Смотри-ка, здоровяк укатал. Они оба здоровяки. Да, про это. Я помню про это. Так, все сразу, чувачки, все. А, мы видели, как ты победил. Нам было клево. Куда вы все умотали? Ну-ка стоять. А деньги? Кто платить будет? Так, ну нам наверх. Это какой-то колизей смерти, походу, где маленькие вот эти существа наслаждаются и упиваются кровью своих врагов. Что, здесь деньги наверняка? Да. 149 тем временем мы собирали. Это очень даже немало. А теперь-то куда? Ну, телепорт есть, хорошо. Это есть, хорошо. Что-то как ты... Что-то как ты у меня... Вы бешивать начинаете, ребята. Вы меня куда-то посылаете? Тихо! Чуть попой на пустыне сел. Это было бы еще хуже. Куда, я сам пока не знаю. Но вот вроде нам надо наверх как-то забраться. Да что ж с тобой не так? Странное существо. Маленькое и странное. Так, а тут тоже деньги. И это все. Реально. Ну, в принципе, ладно, и за это спасибо. Как говорится, выпендриваться не будем, когда дареному коню зубы не смотрят. Я ж сюда могу прыгать, вы в курсе? Оп, сюда. А отсюда сюда. А, ну да, я отсюда. А здесь свободная зона, здесь я уже бегал. Ну, вроде как будет здесь больше ловить-то нечего. Я не знаю, куда нам дальше-то надо. Вот куда нам надо дальше? Вот сюда? Возможно. Кажись, какой кое-какой проход я нашел. Есть ход сюда. Возможно, здесь все полностью в заражении. А нет, смотрите, здесь есть что потрогать. Так, ну дальше мы не пройдем. Так, освободили, отлично. Только вот как теперь до туда добраться? До центра эпидемии этой проклятой. Вот это уже другой вопрос. Ладно. Главное, что уже освободили. Это уже хорошо. Ай-яй-яй, бежим. Нервное животное. С ним нельзя спорить. Да я все бегу. А все бегу, 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 бегу. Бегу, бегу. Сам не знаю, куда бегу. Хопа. Отлично.
Так, значит, получается, я переход нашел, да? Mm-hmm. Ой, отлично. Оу. Ага. Значит, она все-таки должна двигаться. Значит, все-таки эта платформа должна двигаться. Мы там слезть не можем. Хорошо. Будем знать. Опять я как бы в конец убежал. Мистер Волк, я на вашем месте. Не лез ко мне. Побудьте там. Не подумайте над своим плохим поведением. Волк! Так, давайте-ка тогда по лиане полезем. Нам, может быть, здесь сердечко перепадет, потому что там было сердце, я видел. И, возможно, оно как раз именно здесь. Да, так и есть. Отлично. Отлично. Хрусть-хрусть, сердечко. Хм-хм-хм. Еще капашечка. Так, круто. Все, теперь можно отсюда бежать туда, куда мы с вами и хотели. Ну, я бы не сказал, что я прям уж так сильно хотел. Но придется. Там зло. Зло. И уйдем тогда мы с вами сейчас, получается, наверх. Не пойдем налево. Ой, олень. Олень, беги ко мне, пузатый. Что, защищаете свою пакость? А я уже близок. Близок. Убью. Я готов. Запускай шарманку. Неужели? Неужели, ребята, мы это сделаем? Оказывается, можно было и раньше это сделать, если бы я был чуть-чуть повнимательнее, нашел бы этот проход сразу. Ну, пока воду мы не пустили, все равно не могли бы, потому что там только при помощи воды можно было пролезть. Какое количество трупов, вы посмотрите, просто неимоверное количество. Просто неимоверное количество. Посмотрите, они прям... Как будто лезли, знаете, убивать хотели эту проклятую погонь, а она не давалась и просто вот убила огромное множество людей. Как будто кто-то креветки, знаете, кушал. Я... Нет, я застрял. Вылазь, ну, друг, давай, ты же можешь. Давай, прыжок там, прыжок кибодачи какой-нибудь, прими, прием. Есть один прием. Так, мне надо вернуться, получается, да? Но после того, как мы соберем с вами сердце здесь. Восстать! Сверну, надо написать, просто свернуть себе шею. С таким характерным хрустом. Вот пока мы воду бы здесь не дали, мы бы не могли сюда забраться, конечно. Поэтому недавно совсем уж, но могли, в принципе, пойти чуть-чуть раньше, чем обычно. Нам энергия нужна, наверное, для того, чтобы вот эту платформу справа поднять. Там тоже непонятная зона. Тихо. Что-то, мне кажется, здесь что-то припрятано. О, да, смотрите, энергия появилась. Энергия — это хорошо. О. Это вниз надо? Фу-фу-фу-фу. Опасненько. Так, давайте вначале посмотрим, что это за штука такая. Мы же должны ее крутить.
Или мы пока не можем ее крутить? Но она прям хочет, чтобы мы ее покрутили, но пока вроде как бы не дает. Типа, я хочу, но не даю. Я немножко стеснительная штука. Ну ладно. Так, тут тоже гора трупов. Вот здесь сюда нас, по-моему, пропускали, но плохо. Теперь мы можем свободно гулять. Да, много здесь было пакости этой. Не, ну мы сейчас в любом случае сходим, но только вначале давайте все-таки доберемся до голема. До сердца голема. Возможно, где-то нам еще откроется одно сердечко. Ну, когда найдем, конечно же, голема. Так, а там был тупик? Я бы не сказал, что совсем тупик. Ну, что-то очень похожее на это, да? Ой, ладно. Давайте тогда по другой дорожке пойдем. Потом вскроем. Как он тут живется теперь, ребятки? Должно быть клево. Офигеть, а что это такое? Это какое-то тоже гигантское подземелье, да? Наверное, в котором мы потом спустимся. Откуда, наверное, все это и пошло, нам покажут. Мне что-то начинает так казаться. Так, мы почти у голема. А вот и голем. А вот и мы. И мы у него. А залезть тут никак, да? Ну где-то-то ведь можно будет залезть по-любому. Давайте пойдем посмотрим. Через... Я же видел. Я такой прыг-прыг, и мне такие, а вот, типа, мол, улыбай. Ага. И что я должен сделать? Типа, вот так, что ли? Да на какой фиг мне это надо? Мне надо внутрь попасть, пустите внутрь. Оу. Типа, мол, красивый вид. Как мы любимся на голема. Заодно посмотрим сейчас. Не, ну я не вижу, например, возможности даже как-то зайти в него. Ох, мне эти големы, ох, мне эти големы. Понастроят их тут, понимаешь. Люди голову ломают, не знаю, как войти. Только не вижу, ты опять застрял там у меня. Я же вот вижу площадка, по ней можно было ходить. Сейчас ты уже все особо не находишь. А, с ноги можно залезть. А я там уже, короче, типа надо туда пойти, туда залезть. Сумасшедший. О, товарищ, ты уже тут сидишь. Давай, кому с тобой? А, три сердца вставить. И еще нужно. Дружище, у меня нет еще. Где тебя возьму-то? Идти раскудри, тут больше нет големов. Все понял, ладно, будем искать. Так, големов больше нет. Возможно, вот в этом подвале припрятан один. Потому что на поверхности его явно нет. Мы все тут обыскали, и с кого можно было, уже все пособирали. Так, еще одно сердечко я вижу. Можно, конечно, за ним сходить. Давайте так и сделаем. Интересно же здесь все забрать, все залутать. А потом, это сейчас нам получается надо вниз, да, вот сюда притопаем. И там попробовать вниз спуститься. Нам там дали возможность как бы идти вниз. Как же много, да, их погибших. Кошмар какой-то. Так, отсюда я смогу забраться? Наверное, да.
Что это за место такое? Тихо! И зачем мне сюда? Там что-то можно дернуть. О! Прикольно. Сразу нашли, главное. Еще половинка. А сюда, если? Вообще капец как низко. Ух, там туман есть. Так, тут энергия есть. По мордасам тебе. А ибо нефиг тут ходить. Ой, хотел другое нажать. Уф. Возможно, этого я и ждал. Так, отлично. Чуть не грохнулся. Полежи там, подумай. Так, ладно, это мы через низ. Тут мы можем подняться. Там еще, кстати, был один проход, который мы с вами... А, получается, вон он, да, как работает. Тут еще где-то был один. Похоже, нет. Так, ладно, давайте сюда тогда. Оу, забавно как, смотрите. Мы до этого в него же заходили. На совсем другое место выкидывало. Я просто к тому, что там внизу есть еще энергия. И надо понять, как бы, как ее достать. Видите, там вот есть энергия. А достать ее можно. Но вот только как, пока непонятно. Оп. Ага. Ага. Опять нас туда. А вот это не ломается? Нет. Я что-то думал, что это проход к голему. Я, может быть, могу через верх как-то. Тихо. Ну, типа, прыг. И у голема. Не, ну что-то на это не похоже, да, чтобы я прыг и у голема. Голем! Открывай. Блин, а тут непонятно. Голем. Тварь. Почему нас не хочешь впускать? Ладно, давайте наверх поднимемся. А голем все не хочет, да? А голем все не хочет. Значит, у голема есть, значит, какая-то... специальная какая-то, видимо, дверь, которая нас приведет к нему конкретно. Возможно, даже вот это. Да ну что, издеваетесь, я столько ходов проделал. А, опять туда сбежал. А чтобы вот это вот получилось. Что, издеваетесь? Ладно. Ладно. Да. Так, лестница куда? Подожди, не. Сюда надо зайти же. Тут лестница. Так, а вот здесь ведь тоже точно туда же отправляет, разве? Ну да, ну блин, какого фига? Все двери ведут в одно и то же место. Так, ладно, давайте тогда на самый верх поднимемся.
Может быть, наверху будет ответ? Вот это тут главное... ЛБ, а я держу не то. О, отлично. Сокращение пути. Вот сейчас должно подняться, наверное, да, вся платформа. Вот она как работает. Она как просто передвигается между этажами. Снизу меч. Снизу меч. Последний кусок меча. Что-то нас катают туда-сюда. Ага. Все понял. Все понял. Ну, походу, здесь ради меча. Че-че-че. Тихо. Пустится. Походу, мы здесь ради меча, и нам надо платформа, чтобы все-таки вниз ушла, а не вверх. Зачем это все было сделано? Может быть, если я в одну и ту же дверь войду, то есть я вот тут спрыгну. Хватит. Да хватит, я тебе говорю. И разбиться. Блин, ты не мог зацепиться за краешек. Там сильной своей рукой. Вот и подошла к концу очередная серия по игре Hope. Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами справились с нашей задачей и очистили землю. Но теперь нам необходимо добраться до последнего куска меча и сходить именно в те места, которые открывают этот меч. Надеюсь, нам раскроются тайны этого мира. Но это все будет в следующих сериях. А сейчас не забывайте ставить лайки, комментируйте это видео, делитесь с друзьями, а также добавляйте плейлисты и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ну и подписываться, конечно, не забывайте и жмакайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. А с вами был Станислав. Я всех вас крепко обнимаю, целую, люблю. Увидимся в новых приключениях.